Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня я хочу продолжить рассказ о том, как теплицу большую фермер я хочу превратить в теплую зимнюю теплицу. Теплицу эту я приобретал на заводе готовых теплиц. Я вам это видео уже показывал. Ссылочка на него есть. Вы можете посмотреть, как она монтировалась на фундамент. А сейчас я хочу вам показать то, что я уже делаю в теплице для того, чтобы она становилась именно зимней теплой теплицей. Итак, мы находимся в теплице. Я начал с того, что закрепил теплицу на фундаменте с помощью уголков, анкерных длинных болтов двадцатки и саморезов сильных к брусу. Так, чтобы эта теплица ни при каких обстоятельствах, даже при очень сильном ветре, не смогла тронуться хоть чуть-чуть с места, которое стоит на фундаменте. Но каркас и сама конструкция вот именно полукруглой теплицы, она очень ветроустойчива, потому что у нас ветра как раз идут вот с боков, чаще сильные. И все равно ветер сталкивается с дугой, он обтекает. То есть нет такой нагрузки ветровой на теплицу, если бы она была как бы домиком. То есть прямые стены, на них, конечно, ветровая нагрузка очень мощная. Что я сделал потом? В теплицу я завез опилок. Вы можете видеть, то есть я уложил очень большой слой опилок, кроме места, где у меня будет в дальнейшем находиться котельная. То есть там будет стоять котел длительного горения, я планирую. Но это я планирую сделать уже, наверное, к концу лета. Потому что это все финансово, все равно это затраты. И котел хочется хороший, мощный, длительного горения. У нас нет газа, поэтому он будет все скорее на дровах или на угле. Вот. А такие котлы стоят достаточно дорого. И пока мы это отложим. В этом году в теплице я хочу только в весенний период как бы вырастить рассаду. Что я еще сделал? Я тот торец утеплил отражалкой, десяточкой. Она очень хорошо держит и тепло, и будет отражать свет. Это север. У нас с той стороны солнца фактически не бывает. А солнце идет вот все отсюда, и там будет она отражать свет. И заодно утеплять торец, мне там не нужны ни ворота, мне не нужны там, естественно, никакие двери. Пускай там будет теплая стена достаточно. Другой торец, он уже южный. Через него будет поступать свет. И чтобы его немного утеплить, я снутри обшил его поликарбонатом четверкой. Обшил все, кроме калитки, которая будет в дальнейшем закрываться пленочной шторой. Что дальше? Естественно, в теплицу я завел электричество. У меня к дому подведено три фазы, и также в теплицу я провел кабель и СИПом завел три фазы в теплицу. Там щиточек, есть розетка, есть второй щиток, который будет рассчитан на вентиляцию, будет рассчитан на отопление, может быть, электрическими калориферами, может быть, подогрев электрический будет у меня грунта. Это посмотрим. Это уже пока весенний вариант, будет вот все скорее с помощью электричества греться. Сейчас пока печку нет возможности приобрести. И что в дальнейшем я еще сделал? Как можно вот сейчас пока не покрыл специально, чтобы посмотреть. То есть наверху я сделал вот такой вот как бы своеобразный каркас. Отсечь часть теплицы, будет вот здесь у меня подшиваться пленка. И высота теплицы у меня тем самым снизится. То есть объем теплицы я уменьшу кардинально, достаточно сильно. И тепло не будет все находиться там вот на высоте 4 метров, а будет в принципе располагаться вот по всей теплице. И естественно, вот именно каркас этой теплицы позволяет очень легко это все сделать. То есть есть к чему крепиться, все, вот эти дуги двойные, очень удобно. К ним, как я и говорил, легко закрепиться, везде легко проводку провести и так далее. Бока еще я утеплил тоже поликарбонатом. То есть с той стороны поликарбонат, здесь поликарбонат уже, конечно, самый-самый дешевый четверочка, потому что он, в принципе, испытывать ничего на себе такого
не будет низ фундамента холодный отсек от утеплителем матами, в него чуть-чуть приутопил поликарбонат, и у меня уже вот как бы та часть, где на фундаменте стоит брус, и все там примыкание с той стороны поликарбоната, где-то вот есть все равно щелочки, чтобы никакой сюда уже никакой холод вот с этой с нижней точки не проникал. Ну а также здесь получается уже двойное как бы тоже утепление, то есть двойной поликарбонат с такой большой воздушной прослойкой. Выше, как я и говорю, у меня пойдет вот пленка, и поэтому здесь будет так своеобразная тоже теплица в теплице еще, как я это называю, сделал для того, чтобы, конечно, сохранять тепло. Вот пока вот такие вот я сделал изменения. Надеюсь, что они мне помогут утеплить теплицу. Вот даже сейчас здесь гораздо теплее, чем на улице. Здесь вон, я вижу, капли на потолку даже не замерзают наверху. Вот, потому что влажность пока высокая, пока здесь ничего ни вентиляции нет, ни отопления. Естественно, конденсат на поликарбонате есть. Но уже сейчас, я говорю, что сейчас уже даже здесь, в этой теплице стало все равно теплее гораздо, чем на улице. Хотя ничего еще совершенно нигде, конечно, не подогревается. Я надеюсь, что опилки, которые я сюда завез, они также будут немного давать тепла. То есть они начнут гореть и выделять, естественно, тепло. А дополнительно еще и выделять углекислый газ. Потому что они будут все равно потихонечку перегнивать. А в теплицах очень часто как раз не хватает для выращивания чего-то углекислого газа. Вот на этом пока сегодня все. До свидания. До скорых встреч.